Всем привет! Сегодня будем готовить вот такой вкусный насыпной яблочный пирог. Смотрите видео до конца, я начинаю готовить. В миску насыпаем овсяные хлопья. У меня смесь для каш из 4 видов зерновых. Добавляю муку, сахар и корицу и все перемешиваю. Чтобы пирог был более нежным, яблоки очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Можно просто порезать мелким кубиком. К яблокам добавляю лимонный сок. Яблоки при запекании все равно потемнеют, но пирог с лимонной кислинкой будет еще вкуснее. Форму для запекания застилаю пергаментом и натираю на терке немного холодного сливочного масла. На масло насыпаю 3-4 ложки сухой смеси и сверху яблоки. Итак, делаем слоями до конца. Последним будет слой из сухой смеси. Друзья, у меня на канале вы найдете много разных рецептов как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео. Толстым слоем натираем сливочное масло, в духовке оно будет таять и пропитает весь пирог. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов 20-25 минут. Нежный осенний пирог готов. Корица и яблоки – безупречное сочетание. К этому пирогу отлично подходит и домашнее мороженое. Как его приготовить, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!